Нашли буханку. Нашли буханку. Вот долго стояла буханка, стала зеленая, хорошая зелень пошла. Санитарная буханка, но состояние еще ничего, более-менее. Состояние еще такое. Будем делать обход кругом. Все есть. Колеса хорошие. Салон. Хороший салон. Резина запасная. Отличная наварка. Кардан. Промежуточная стенка. Кардан. Сидуха. Курбуль. Ручка, чем заводить. Много запчастей разных. Все хорошее. Сидух сделали какой. Диван целый. Занавески на дверях. Пойдем кругом смотреть. Сиденье хорошее, потолок хороший, бардачок, рычаги, много рычагов, и хорошие все. Оно и понятно, машина была сделана добротная. Пойдем дальше. Тут знак Красный Крест должен быть. Санитарная буханка. Но зелень крепкая. Хорошая зелень. Но тоже бачок с этой стороны. Хороший занавес. Крыша. Все на месте. Тут тоже водительское место, тоже сиденье хорошее. Зиловский ключ кто-то поставил. Педали. О, хороший, крепкий, не ржавый. Дверь, нижняя сторона тоже хорошая, не ржавая. Не ржавая, они обычно тут сильно ржавеют, а тут все хорошо еще. Обшита дверь, чтоб теплее зимой было. Так, будем забирать буханку. Будем затаскивать во двор. Будем затаскивать во двор. И потом будем смотреть, как там движок. Будем открывать капот, будем смотреть, как там зажигание, будем искать искру. Пока все.